21 марта на участке трассы Р-279 Хасавюрт-Бабаюрт, прилегающему городу, состоялось выездное заседание собрания городских депутатов с участием представителей общественности. Главным вопросом рассмотрения и обсуждения стало состояние дороги, обслуживаемой агентством по дорожному хозяйству Республики Дагестан. На собрании было отмечено, что многочисленные обращения в обслуживающее республиканское ведомство результатов не принесли, и никаких работ на участке трассы не проводилось. По этому поводу мы неоднократно, городские администрации и федеральный корпус, обращались, значит, ДАГ-Автодор. И я вам хочу сказать, что с 2012 года мы много раз им обращаемся на имя руководителя ДАГ-Автодора Загид Газиевича Хочварова. И правительство обращались, и другие инстанции обращались. И каждый раз на наши письма они пишут, значит, ответы, что в связи с отсутствием финансирование, дорога, значит, ремонт дороги откладывается. И хотя сами, значит, они подтверждают, что еще с 2012 года есть сметная документация на строительство этой, на реконструкцию этой дороги. Свою позицию по данному вопросу выразили общественники в лице представителей общественной палаты города, обозначив, что возмущение горожан и водителей вполне обоснованы. Что вынудило нас выехать сюда вместе с горожанами на эту трассу, так называемую Бамбукскую трассу? Эта трасса специально построена, что значит разгрузить городское движение транспорта сюда. Но вместе с тем, в таком плачевном состоянии она находится, все горожане возмущены, вот это значит безобразное отложение на 3 года дальше, значит, ремонт этой дороги. Жители и гости города возмущены состоянием дорожного полотна. В частности, владельцы авто, которым приходится каждодневно проходить данный участок дороги, обозначили, что автотранспорт очень быстро выходит из строя. Вообще никто внимания не обращает. Никому. Ни у кого. Ничего нету тут. Вообще базар. Я вообще кому обращаюсь? Хоть обращаться, ничего внимания не обращает. Среди выступающих высказывались мнения о необходимости обращения внимания руководства республики и председателя правительства и просьбы оказания содействия по решению данного вопроса агентством по дорожному хозяйству Республики Дагестан, либо передачу участка трассы на баланс муниципалитета для его скорейшей реконструкции. Вика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».